мама, папа, не хотел я ехать на Украину. Сказали, что едем на двустороннее учение с 25-й бригадой, а потом в конце ночью, 23 февраля, сказали, что мы едем на Украину, пересекали границу. Ты сейчас где? Не хотел я этого. Ты сейчас где? Город Харьков. В плену. Так точно, в плену. Не хотел я этого, не хотел сюда ехать. Ну что, тут нашел фашистов? Никак нет. Фашисты нет, есть тут? Нет, нету. Все мирные люди, все жители хорошие. Ты кто? Воробьев Вадим Валерьевич. У тебя родные. Ну что, мам, поехали мы, значит, на учение. Приехали в Харьков, на Украину. А, как оказалось, до нас тут было мирно, спокойно. О чем ты хочешь попросить родных? Чтобы... Что? Ты хочешь домой или нет? Так точно, домой хочу, очень сильно домой хочу. Что нужно сделать для этого? Пусть попросят главнокомандующего Путина, чтобы забрали меня отсюда. Ты что хочешь сказать? Тоже хочу домой. Тоже хочу, чтобы меня забрали.